Всем привет! Как вы думаете, вот православный русский человек встал в Пасху утром. Чем он первым делом занимается? А он перетаскивает помидоры в теплицу. Вот и Лариса подоспела. Христос воскресе! Да, говорю всем привет. Христос воскресе, надо же. И сейчас, после того, как мы это все затаскаем, вернее, не затаскаем, а перетаскаем. Вот, перетаскали мы помидоры, собрались. Лариса тут испекла курицу с утра для мамы и для нас. И поедем поздравить свою родительницу. Прародительницу. Короче, курочку повезли, пока еще горячая. Да. Наша в духовке стоит. Опять, как всегда, мы на своем любимом транспорте. У меня старт-шоссе, у Ларисы. Ой, я даже забыл, как называется. Ну, короче, какой-то импортный. Видите, сегодня 19 апреля, а еще снег местами до сих пор лежит. Там лежит. Ну что, как едется? О, стелс называется велик. А ты что думал? Я сказал, я забыл. Я, кстати, это мой тоже второй выезд. И я когда первый раз выезжала, а до этого же я у Наташки только каталась. И еду и говорю, Юрий, что-то говорю не то. Какой-то дискомфорт мне. Думала. Вот велик-то другой совсем. Там-то получше. Сидушка другая. Ну и велик маленький другой. Амортизация у велосипеда не такая. Здесь пожестче. Жестче не всегда хуже. Ну, чувствительно. И еще дороги не такие. Там дороги получше. Что-то Лариса отставать стала. Подождем маленько. Здесь еще снега полно, видите? С велосипедом, как будто не мой какой-то. Ну вот мы и возле дома, тещеньки. Уже целый час жду. Кто так ездит? Христос воскресе. О, привет, собака. Что-то у собаки с глазом, смотри. Бедная собака. Короче, Лариса поехала по окружной дороге, а я... Ой, вернее, наоборот, напрямик, а я по окружной. И тут по асфальту доехал. Только попала. Она и по телефону разговаривала. И не слышала. Закрылась, там все двери позакрывала. Короче, Лариса... Я ей ключом своим, и пырк-пырк никак. Передала гостиниц. Все, возвращаемся домой. Мы еще не завтракали с Ларисой. Сейчас приедем. Я думаю, курочкой-то разговеемся. Ребят, не хочется о грустном. Ну что за полумеры? Посмотрите, сколько транспорта сзади меня стоит. Это со всех регионов нашей России и не только России. Я там смотрела, белорусские номера были. И что я хочу этим сказать? То, что натащить сюда можно что угодно. Пожалуйста, тащите. Мы будем в самоизоляции тут, а тут тащат. Кому война, а кому мать родна. Истину глаголишь, друг мой. Вот смотрите, солнышко вышло. Сегодня Пасха, и вот это первые цветы. Что за цветы, Лариса сама не знает. Раньше выскочили прямо с цветочками. Я вот убей, не помню, как называются. Что за цветы? Ну вот, ребятки, наш завтрак. Видите, Лариса тут курочку спекла. Расскажи, как ты ее сделала. Да на соли. У меня есть такое видео, и я вот сколько ее готовлю и удивляюсь ей всегда. Она такая вкусная, абсолютно без ничего. Подсказка будет в этом видео наверху, посмотрите. В
правом верхнем углу. Я себе ножки отрезала, а Юра говорит, да мне грудку отрежь. Вот, и огурчики. У нас все скромно. Кто-то мне писал, что ждем рецепт куличиков. Я их не пекла. Один куличик я купила. Что, зачем они нам на двоих? Это у нас гранатовый сок. Вот видите? Вместо когор. Да. Ну, со светлым днем Пасхи. Христос воскресе. Христос воскрес. Воистину воскрес. Вот смотрите, какое нежное мясо, вот видите? А соку сколько? Я вот на листике оставила, у нас все вытекло. А маме я везла, положила формочку. У нее пока везли, тоже вытек сок. Так, я кушаю грудку. Грудка очень вкусная, сочная. Переснимаю для Ларисы. Особенно с огурцом. Спасибо, милая.